Хотите знать, как готовится настоящее барбекю? Сейчас я вам расскажу. Oh my God! Сколько всего! Вообще, куча всего! Тут столько ингредиентов, вообще, это выше человеческой силы! Это потому что барбекю, на самом деле, это целое огромное направление в американской кухне. Многие думают, что в Америке нет кухни, нет традиционной кулинарной. Это большая ошибка. Каждый штат Америки есть где-то больше, где-то меньше, но довольно развитая и при этом своеобразная кухня, в том числе, что касается и барбекю. Будем вместе готовить 4 соуса из 4 разных штатов Америки. Миссисипи, Кентаки, Джорджия и Техас. Итак, начнем делать барбекю соус, который называется Honey Bourbon. Honey – это мед. Bourbon – это величайший виски, который делается в штате Кентаки. Что входит в величайший Honey Bourbon Barbecue Sauce из Кентаки? Лук, чеснок, масло сливочное, томатная паста, мед, лучше гречишнего, томаты в собственном соку, острый соус, острый чили, черный перец молотый, барбон. Порезаем лук, чесночелло, как в Кентаки говорят, garlic, и тоже немножко смелчаем. Здесь нужна величайшая плита. О, масло. И туда наш лук и чеснок. Для чего Honey Bourbon Sauce? Отлично с говядиной, со стейками, с запеченной говядиной. У вас получились золотистый чеснок и лук. Значит, все. Добавляем туда острый соус. Что это такое острый соус? В Штатах продаются как чили соус. Вы здесь можете использовать любой острый томатный соус. Можете использовать, например, острый кетчуп, в том числе. В общем, все, что найдете. О, добавляем томаты в собственном соку. Томатная паста. Мед. Мощнейшее количество меда. Поскольку этот соус называется Honey Bourbon. Honey, вот оно есть. И барбон. Перец красный и черный. Смешиваем все. Это вообще. И на огонь. Огонь! Когда мед растворяется, нужно все смелчить. Все мощно смелчить. Мощно. И варим его минут 40-45. Но до этого надо проверять. Вдруг невкусненькое. Вдруг это не настоящий кентаковский. Да? Хочу вам сказать, что вкус абсолютно кентаковский. Абсолютно. Я пойду поварить дальше у Марии Ивановны. У нее куча плиты, она будет варить, а пока мы будем делать все остальное. Что входит в величайшее Sweet and Sour Mississippi Barbecue Sauce? У этого соуса очень длинное название, потому что туда входит очень много ингредиентов. Как, например, табаско, величайший сушеный лук порошковый, бурбончик, сушеный имбирь, черный перец молотый, лимонный фреш, апельсиновый фреш, соль, сушеный гарлик, то есть чеснок, острый соус, яблочный уксус, устричный соус, тростниковый сахар, томатная паста, величайший солод. Что нам надо делать? Кладем туда острый соус, уксус, лимонный фреш, апельсиновый фреш, барбон, томатная паста, легкий растворецку, устричный соус, табаско.
табаско пусть будет побольше. Если у вас нет табаско, можете использовать украинский вогняр. Сахар. Он же кисло-сладкий, поэтому он должен быть очень много кислого и очень много сладкого. Черный перец. Имбирь. Лук. Чеснок. Соль. А последний солод. Солод надо с большой помощью, потому что он липкий, вот такой, вообще. И fire! И так полчасика. Не, ну. Когда готовили соус из Миссисипи, что вам еще делать в жизни, если не готовит величайший соус из Джорджа? Georgian Master Sauce. Джорджа очень многие используют горчицу, потому что в Джорджа были очень многие немцы из Южной Германии, тогда переезжали в Америку, и в общем, поэтому в Джорджии едят много свинины. Основные соуса в Джорджии, они на основе горчицы. На нашем Mustard Georgian Barbecue Sauce входит лук, масло сливочное, тростниковый сахар, табаско, мощнейшее количество горчицы, соус Worcester, яблочный уксус, корень сельдерей сухой, черный перец молотый, соль. Начнем с того, что включая на полную катушку масло туда, масло. Порежем лук. О, вы знаете, что по-английски слово Грузия, это будет Джорджия. То же самое, как это штат. Многие путают. Вместо того, что встретиться в город Атланта, вот некоторые ездят в город Тбилиси, например. Обжарим лучелло. Ваш онион стал золотистый. Значит, выключаем и начинаем добавлять всякие величайшие ингредиенты. Сахар. Мощнейшее масло. Табаско. Яблочный уксус. Не путайте, его пить нельзя. Соус Worcester. Корень сельдерей, перец и соль за один раз. Вуаля! Огонь! Мощнейшая, легчайшая блендеризация. Чтобы лук все жарили. Вы можете себе представить со свиными ребрами. Свиную ногу мариновать в этом, а потом запекать. Полчаса Georgian Mustard Barbecue Sauce будет готов. А пока это готовится, мы еще четвертый соус готовим. Величайший штат, самый большой штат Америки. Тексас. Тексас. Старый рецепт техасский. Техасский бензопила. Texas Chainsaw Barbecue Sauce. Знаете, почему так называется? Потому что, когда пробуешь эту величайший соус, ты начинаешь делать так. Это потому что чуть-чуть остренько, чуть-чуть. Что входит в этот величайший соус? Масло сливочное, чеснок, лук, лимон, табаско, немножко тростниковый сахар, чили перец острый, соус Worcester, паприка, лимонный фреш, апельсиновый фреш, острый соус, величайший солод, яблочный уксус, имбирь сухой, зира, соль. Из масла сливочное. О, вот так. Пока режем чеснок и лук. Надо хорошенько, и повторяю, хорошенько обжаривать все это. Вместе с этими надо вот эти кончики, страшнейшие кончики убрать, если они есть. Вот. Потом взять их и... Не забудьте после этой операции хорошо мыть руки. Я вас умоляю, а то вы становитесь таким техасским бензопилой, что вообще не будет ни одной дерева по всему Техасу.
и, скорее всего, по всему Украине тоже. И туда острый соус, уксус, солод. Fresh one, fresh two, fresh Worcester. Чуть-чуть табаско, только без фанатизма, а то острый будет. Чуть-чуть сахар, чтобы облегчать жизни. Паприка, только не острая, не дай бог. И все остальное. Аллей! Делаем так, чтобы солод растворился, чтобы была единородная масса. Теперь легчайшая, только легчайшая блендеризация. Вот здесь нужно нажимать чуть-чуть, чтобы медленно блендеризация была. Иначе появится пена, а потом софт невкусный. Вот. В Техасе тоже не спешат. И последнее. Лимончик. О, вкус лимончик варится вместе всего, со всего этого. О, варим его минус 40, а пока варится, можете смотреть старый фильм про ковбой, где ковбой всегда выигрывает, а индейцы проиграют всегда. Это фильм про ковбой. 4 штата. 4 соуса барбекю, и они все готовы. Kentucky Honey Bourbon Barbecue Sauce. Mississippi Sweet and Sour Barbecue Sauce. Georgian Mustard Sauce. Texas Chainsaw Barbecue Sauce. А теперь давайте дегустировать с большой ложкой. Лучше с маленькой ложкой. А лучше, прежде чем дегустировать, залезь в интернет, на YouTube, подписаться на мой канал, вот нажимая эту кнопку, нажимая на величайший колокольчик, чтобы получить все новости, вот. А только потом взять большую ложку, вот, и попробовать. Kentucky. И в этот момент все, я говорю, все жители Kentucky должны... Залакнул. Второй. Миссисипи. Величайший. Джорджин. Здесь наслаждение дольше, потому что не так остро. И Техас. Вообще в Техасе очень много жителей, поэтому достаточно, чтобы подписались хотя бы половину. Хотя бы половину. Ну, понятно, половину. Это был смертельный номер. Так, попробуйте 4 соусов, которые на острове вообще. Упоминаю. Kentucky Honey Bourbon. Идеально для говядины. Остренькая. Mississippi. Кисло-сладкие. Она идеально для всего. Она идеальна для большого рыбы, для семга, для сома. И в том числе как маринад для стейков тоже хорошо. Вообще довольно универсально. Джорджа. Отлично и как маринад, и как намазать уже до конца приготовления для все свиные блюда. И последнее. Texas Chainsaw Barbecue Sauce, техасская бензопила. Это для неслабонервных наших друзей. Вот. Она отлично идет со стейком.
А, вообще со стейком, короче, о, говядина. Такие стейки, у них Техас, такие. Ну что, понравился соус из Штатов? Есть еда, сами попробуйте приготовить дома и попробовать с разным мясом, с разной рыбой. Вот. И потом скажете, напишите в комментарии, у вас получилось, не получилось. Вы хотите еще какие-то соуса? Может быть, не Штата, а может быть, еще что-то вообще. Поставьте величайший лайк, если вам понравился. Если вам не понравился, все равно поставьте лайк. Кстати, если вам интересно барбекю, а при этом у вас нет времени поехать в Штаты все проверять, я вам советую, посмотрите чемпионаты Америки по барбекю. Они очень интересны. Единственное, на английском языке.